Святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме. В семье сенатора Претекстата. Отец ее был язычником, а мать Фавста – тайная христианка, которая поручила воспитание своей дочери известному своей ученостью святому Хрисогону. Он учил Анастасию священного писания и исполнению закона Божьего. Впоследствии об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери отец выдал ее замуж, без ее согласия, за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. Часто, сняв свою роскошную одежду и драгоценные украшения и надев нищенские лохмотья, Анастасия тайно выходила из дома и обходила все тюрьмы города. Давая золото часовым за вход, она посещала страждущих ради Христа, служила им с благоговением и усердием, мыла руки и ноги заключенных, очищала их запутанные волосы от мусора, вытирала кровь, перевязывая их раны чистым полотном. Также приносила каждому еду и питье. Так, послужив им, она возвращалась домой. Узнав об этом, муж святой Анастасии, Помплий, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил сторожу. Святая тосковала, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии, ее муж постоянно пытал жену, чтобы завладеть богатым наследием. Святая писала своему учителю: «Муж мой мучает меня как противницу его языческой веры в столь тяжелом заключении, что мне ничего не остается, как только, отдав душу Господу, упасть мертвой». В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, после болезни часто возвращается здоровье, а после смерти обещана нам жизнь». Также он предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплий был назначен послом к персидскому царю, и по дороге в Персию он утонул во время внезапной бури. Теперь святая снова могла посещать заключенных христиан. Получившееся наследство она потратила на одежду, еду и лекарства для больных. Когда святого Хрисогона отправили в Аквилею, город в Верхней Италии, на суд к императору Диоклетиану, Анастасия пошла за своим учителем. Тело святого после его мученической кончины было погребено пресвитером Заилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Заилу и предсказал близкую кончину трех юных христианок, живших неподалеку, Агапии, Хионии и Ирины, и повелел прислать к ним святую Анастасию. Такое видение было и Анастасии Узорешительнице. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей своего учителя святого Хрисогона, а затем в духовной беседе укрепила мужество трех дев перед будущей их пыткой. После кончины мученицы она сама похоронила их тело. Впоследствии святая Анастасия стала путешествовать, чтобы везде, где только можно, служить заключенным христианам. Она получила дар лечения. Словами утешения праздники поддерживали многих людей, освобождая их от усочаяния, страха и беспомощности, а потому и названная Узорешительницей. В Македонии великомученица познакомилась с молодой вдовой-христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивом труде. Желая помогать больным и несчастным, она изучилась врачебному искусству и сама лечила раненых. Она не гнушалась на своих руках носить тех, которые не обладали ни руками, ни ногами и были избиты и пострадали за Христа, перевязывала их раны и сама вкладывала им в уста пищу и поила их. И только в этом была ее радость, чтобы послужить самому Христу в лице страдающих за исповедание самого сладкого имени Христова. Так работая, она побеждала естественную немощь и отличалась великодушием, мужеством и любовью к Богу и ближним. Однажды стало известно, что Анастасия – христианка. Ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклетиану. Расспросив Анастасию, он узнал, что она все свои средства потратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала голых и помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или отдал на жестокую казнь. Жрец предложил великомученице Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пыток, положенными по обе стороны у нее.
«Святая, не колеблись», — указала на орудие пыток, окруженное этими предметами, «я стану прекраснее и желаннее своему невесте Христу». Прежде, чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиана решил осквернить ее, однако, как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову и через некоторое время он умер. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти. Святую Анастасию вторично бросили в темницу и 60 дней морили голодом. Каждую ночь ей являлась мученица Феодотия, которая поддерживала и укрепляла ее в терпении. Видя, что голод не причинил вреда святому, Игемон Иллирий приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христиан святой Евтихиан. Воины усадили узников на корабль и вышли в открытое море. Вдали от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы она затонула. Судно стало погружаться в воду, но заключенные увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и устремляющую корабль к берегу. 120 человек были поражены увиденным, уверовали во Христа, и святые Анастасия и Евтихиан окрестили их. Узнав обо всем, Игемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растащили над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Узорешительница. Случилось это около 304 года. Тело святой осталось невредимым и похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. После окончания гонений она построила над гробом великомученицы Анастасии церковь. В Вивеке мощи святой Анастасии были перенесены в Константинополь, где в ее честь был построен храм. Позже главу и десницу великомученицы перенесли в построенный неподалеку от Святой Горы Афон монастыря святой Анастасии Узорешительницы. Поделиться.